Привет, друзья! Я хочу с вами поделиться своим рецептом соуса для пиццы. Для этого нам понадобится соус томатный. Можно взять кусочками, можно взять протертые помидоры. Мне нравится кусочками. Мне кажется, он дает более богатый вкус. Оливковое масло, соль, орегано, базилик. Берем соус, резанные помидоры. Емкость. Добавляем туда оливковое масло, соль, побольше орегань, базилик. Все это перемешиваем. Соус готов. Кстати, если его можно делать на более длительное хранение, так как соль является консервантом, и с маслом он может храниться несколько недель в холодильнике, если сделать полный литр. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи!